Меня разбудили посреди ночи. Перед этим мне снилось, что все закончилось, и войны больше не будет. «Он здесь», — сказали мне. «Шакал здесь». Мы не знали, зачем он пришел и что ему нужно. Он напал ночью без предупреждения и убивал без разбора. Я вывел леди Катерину из замка, чтобы спасти ее и вернуть ее брату, королю. Выход был всего один, но и его преграждали воины Шакала. Мне пришлось сражаться за жизнь. Если мы спасемся, то продолжим борьбу и отомстим, нанеся ответный удар по Шакалу. Он за все заплатит. А если нет? Если мы проиграем, страна обречена. Замок захвачен. Надо найти леди Катерину и позаботиться о ее безопасности. Готовы выполнить приказ? Мечники! Вперед! Выберите повелителя. Кстати, это вы. Обведя его рамкой, а затем щелкните правой кнопкой по карте, чтобы обыскать замок. Нужно скорее найти леди Катерину. Да! За нашего лорда! Охранит нас Господь! Что угодно, милорду! Оружие! Не вешать нос! Нас ждет слава! Что мы можем сделать для вас? За славой! Вот славная битва! Нас ждет слава! Мы снова отправляемся в поход! Марш! Мы нашли ее. Теперь постарайтесь добраться до северной стены. Новый приказ, милорд! Путь прегражден! За нашего лорда! Защищать эту точку! Охранять эту точку! За славой! Милорд, похоже, леди Катерина и сама умеет обращаться с мечом. Победа! За нашего лорда! Выберитесь через пролом и направляйтесь к реке. Там я оставил лошадей. Что угодно, милорду! Сражайтесь! Счастью! Победе! Режь! Руби! За короля! Дебра! Вот славная битва! Оружие! Не вешать нос! За нашего лорда! Мечники! Вперед! За нашего лорда!
могучий противник! Что мы можем сделать для вас? Мы снова отправляемся в поход! Защищайте эту точку! Мечники! Вперед! За нашего лорда! Да! Отлично, мой повелитель! Садитесь на лошадей и скачите, словно ветер! А я постараюсь выбраться сам и разыщу вас выше по реке. Марш! Мы победили, господин!